На сцене Дворца культуры «Современник» заслуженный коллектив народного творчества, ансамбль русской песни «Млада». Это не просто выступление, а большой праздничный концерт, посвященный 25-летнему юбилею коллектива. За эти 25 лет мы, естественно, выучили много красивых песен. У нас очень большой репертуар. А репертуар приблизительно у нас состоит из 300 песен. И вот из такого большого количества песен мы выбрали, собрали такой интересный концерт. Послушать лучшие песни в исполнении участников «Млады» собрался полный зал зареченцев. Среди зрителей как любители культурного досуга, так и поклонники творчества ансамбля. Мы пришли на концерт ансамбля «Млада». Мы пришли поддержать и посмотреть. Мы очень любим их песни. Очень весело, здорово. Ждем очень прекрасный, красочный концерт. Увидеть концерт, посмотреть, как это культурно провести время с семьей. Ну и это культурно развиться для себя. Ансамбль русской песни «Млада» узнаваем далеко за пределами Сурского края. Участники неоднократно выступали на конкурсах и фестивалях в России и за рубежом. Коллектив народного творчества за 25 лет завоевал не только любовь зрителей, но и признание специалистов. На счету «Млады» более сотни побед в различных конкурсах. Данный коллектив является не просто брендом Дворца культуры «Современник», а я думаю, что он является и брендом культуры города Заречного, и брендом города. Много у нас брендов, но вот это, наверное, один из самых ярких. Потому что мы по праву можем гордиться, что в культуре нашего города существует такой алмаз. В репертуаре «Млады» есть не только народные песни в современной обработке, но и авторские произведения. Это яркий и узнаваемый коллектив. «Млада» – первая среди зареченских ансамблей, получила звание заслуженного коллектива народного творчества. Коллектив с четвертьвековой историей был создан на Зареченской земле, как уже было сказано, в Доме культуры «Дружба». И сегодня на эту сцену уже выходили участники этого коллектива, которые первыми были участниками самодеятельности именно ансамбля русской песни «Млада». Для участников «Млады» юбилей не повод подводить итоги и ставить точки. Это начало нового витка на долгом творческом пути. Алексей Лазаренко, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».